Друзья, всех приветствую. 8-й год, LR3. На автомобиле 149 тысяч, протестируем двигатель. Отличная работа двигателя. Антифриз у нас чистенький. Идеальная работа. Все классно. Жидкости все в норме. По передней части у нас автомобиль целый. Резина у нас плохая. Двери у нас целые. Вся резина плохая. По задней части у нас все отлично, все ровненько. Двери имеют дефекты. Обшивки тоже имеют чуть дефекты. По салону все отлично. Панель. Радио не работает. Основное все как бы работает. На этом все, друзья. Всем пока.